Дорогу, которую глава округа Евгений Рычков обещал отремонтировать, начали асфальтировать. Жители Вербовского в ходе встречи с главой чаще всего высказывали просьбу отремонтировать дорогу на улице Лесной. Несмотря на то, что улица не центральная и проходит сквозь частный сектор, она очень востребованная, поскольку ведет к садовым участкам, гаражному сектору, а состояние ее оставляет желать лучшего. Евгений Рычков пообещал вербовчанам включить улицу в план работ на 2020 год. В итоге дорожная техника уже вышла на Лесную. С сегодняшнего дня там работает асфальтоукладчик. В общей сложности здесь будет отремонтировано дорожное полотно на площади 3500 квадратных метров. Напомним, с начала сезона в Муроме отремонтированы дороги на улицах Островского, Куйбышева, Ковровская, Колхозная, Владимирская, Красина, Озерная, Южная, Пролетарская, Щербакова, Гоголева, Кооперативный проезд и других. Ведется расширение радиозаводского шоссе.